начали писать, что кое-куда вас хотят вперед. Да, 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 да. Но вы, как говорите, нет. Вот там, нет. Да, типа этот, типа закона такого нет, чтобы вас заставить. Да, 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 все это правда. Так поняла, что этот, сегодня нападение было на Херсон, но вроде отбили. Да, 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 да. Вроде отбили украинцев, вот, там сегодня это, целый день новости читаем, что ж ты думаешь? Ой, какой-то 109-й полк, какой-то мужик выставил видео там в течение 10-15 секунд, что нападение из танков обстреливали, в общем это. Я, все это правда, да. Нахер те уже эти деньги, просто уже надоело. Мы сегодня так ему и сказали, нахер мне твои срались бабки, блядь, иди домой. А он, типа, намекает о том, что если вы, типа, сажете оружие, я говорю, мы оружие сажать не будем, потому что даже дезертирство, понимаешь, это тюрьма. И домой, потому что уже полгода прошло, уже все напряглись.